Флорида! Я не верю, ребята. Штат бананов, кокосов и крокодилов. Вокруг света! Мир без него! Болото, болото! Знаменитые! Говорят, где-то здесь есть крокодилы. По-любому. Иногда они даже перебегают дороги. Флорида, ты пахнешь финишем. Друзья, от Тихого океана, от Японского моря, через всевозможные Байкалы, Амуры, Лены и прочие финские заливы, Днепры и Волги, через Атлантику мы наконец-то снова у Атлантики, только с другой стороны. Пойдемте и нырнем. Пойдемте и нырнем. Друзья, ныряли мы в Тихом, а теперь, проехав всю Америку, входим в Атлантический океан, вплываем. Да я сейчас потоплю велик от радости! Around the world! Мы это сделали! Семен очень хорошо ехал, поэтому он достоин. ЖПО занесли в Атлантику на руках, на моих. Искупались, пацаны. Ребята, это стоит того, чтобы ехать на велосипеде, потеть и мучиться и добраться до другой стороны Америки. Та-да-да-дам! 5 звезд отели. Наша команда, пацаны из Мариуполя, въезжают именно сюда. Мир вам, христиане! Лена, ну что ж мы с вами делать, а? Что ж мы с вами делать? Никто ж отсюда никуда уезжать завтра не захочет. Здорово! Надеюсь, устроят кругосветку вокруг отеля, вот здесь будут кататься. Добро пожаловать, Викторович Крокодил... Геннадий, на родину! Ребята, а что вы так улыбаетесь? Пахнет, да, пятизвездочным отелем уже? Пахнет уже им, да? Мажоры, мажоры заселяются. Такая, знаете, мажорская суета немножко. Таня недовольное лицо, видимо, хотела в шестизвездочной, но пока еще на планете Земля такой нет гостиницы. Увы, переночуешь в пятизвездочной, Таня. Да? Ничего страшного, ты извини, что не 6 звезд, всего 5. Давай. Даня. Флорида. Вот даже комнатка, ребятки. Спим, конечно, как в общежитии, троем, но все же. А за окном вот такая вот красота. Почти как Азовское море, только называется Атлантический океан. Проверяем, как люди живут на первой линии. Первой линии? Я надеюсь, этот номер там, где наши живут. Опа, мажор, этот... Это вы заказывали это? Золотой кусок котлеты. Да. Как оно? Отдыхать в пятизвездочном отеле. А самое главное здесь, конечно, вот это. Это вид на миллион долларов. Семен, ну так жить не запретишь, ты понимаешь? Как ощущение? Миллионерское ощущение, видочек из окон. Балкончик на океанчик. Сегодня опять ехать на велосипеде. Тьфу, не хочется, а? Но Майами ждет туда ехать, в ту сторону. В ту Нью-Йорк, в ту Майами. Ладно, полетели. Одевайся, Вася. Идем вдоль океана. Слева океан, первая линия стоят гостиницы. А между первой и второй линией едут пацаны из Марика. Просто как бы, ну, на великах, на матово. Жесткие километражи. Парижский океан. Такую вот я песню подсочинил, ребята. А продолжение позже. Пока. Опять дождь. Пьем воду. Вкусно, рыбка. Thank you.
дикий пляж. Вот это начинается путешествие. Выходим на дикий пляж. Что это написано? Вас едят крокодилы. Ребятки, идемте. Смотри, сколько миль мы ехали. Ничего. В Мариуполь попали, как на круче пляж. Смотрим туда, нет никого. Смотрим туда, нет никого. Ребята, тут дикий пляж. Ну что, папа, я пошел это, выбрасывать велосипед. Иди. Топи его, братан. Пошел. Ребятки, по-моему, у нас начинается вечеринка, понимаете? Как только мы ворвались во Флориду, вообще, батя везет нас на отдых, мать музыку ставит. Они бесимы меня сегодня! Движемся в сторону развлечений и веселья. Семен грустит и скучает за велосипедом. Не расстраивайся, скоро ты сядешь за него. Папа, мама, вы слышите, что ребенок творит? Шинкай! Семен, мы едем в музей? Ага. Какой? Греческий. Диснейленд! Не, это в музее. Нет, мы в музее. Это мы просто рядом проезжаем, мы заезжаем. Мы приехали в Disney World. Следующее видео будет именно более сочное такое. Disney World! Как ты думаешь, куда мы приехали, Семен? Okay. А? Греческий музей! Мы в Disney World, Вася! Куда мы едем сейчас? Мы проехали в Disney World. Самый главный Диснейленд, только это Disney World. Это Disney World. Бам! Фантастика! Disney World! Такая музыка спокойная, вроде бы ничего не ожидает. Кто-нибудь? Страшно! Ребята, за поворотом! Не бойтесь, ребята, самое главное одеть памперсы, полетели! Вот они, настоящие американские горки нас ждут, да? Семен, готовность номер один! Врываемся в водную часть Диснея. Здесь находится аквапарк. Кокосы, бананы, пальмы. Приближается! Взяли надувные круги. И сейчас будем показывать, кто в доме хозяин. А? Хозяева мы. Приехали к человеку Марку Базареву, тот, который нам покажет лучшие пляжи в Мексиканском заливе. Здравствуйте, ребята, все ваши приветы. Пригласили нас в гости, оказалось, это не церковь, а музей какой-то. Картины смотрим. Да, картины. Картина, вот. Причем знаменитого какого-то художника. Борщик родненький, уже напоминает о родине. Вы готовили, да, борщ? Да. О, очень вкусно. Вот, человек из Горловки, сразу видно. Украине, спасибо. Спасибо! Бандура дедушки, сколько Бандура лет дедушка. Ей? Сколько ей? Дедушка был солистом капеллы Думка в Украине в 40-50-х годах. Хаман 57-го года, друзья. Все, Марк, и за борщ тебе спасибо. До свидания, Марк. Прибыли на один из самых лучших пляжей Флориды, да? Что там говорить, мира?
Вы готовы, ребятки? Предпоследний день! Ты! Предпоследний день! А-а-а, Тимофей, ты что, собрался в машину лечь? Дядь, друзья, ущипните меня, укусите меня, дерните меня за ногу, за ухо. Я не знаю, натравите на меня крокодила, мне не верится. Это предпоследний день, это последний большой день. 90-100 миль так на глаз, понимаете? Каких-то жалких 170 километров, и мы сделаем это. Вот он, герой! Пахан приехал! Еее! Сколько лет, сколько зим... Это Даша, это легенда, понимаете? Пешком всю Россию прошла. Мы на великах, она за нами пешком. Красавчики, боже, как здорово, что вы здесь. Перееду вам чуть-чуть. Finish. Today finish, guys. Just 35 miles. Подъем, великий день. Вставай, Даник. Линию, братан. 5 утра. Великий день, мама не горюй. И сегодня что, даже когда мы чистим зубы, у нас праздник. Давай, Данечка, давай, все 32. Тебе, братан, у тебя голова не отрывется, но ты понимаешь, что сегодня финиш. Финиш, финиш. Да, в Майами встречаем, мы едем. Красивые, бритые, мытые. Встречаем. Ну что, сегодня great day. В переводе «Великий день». Мама, не горюй, сегодня закончится наше мучение, хотел сказать. Наше путешествие. Друзья приехали, здравствуйте, из Атланты. Приветствую вас. 600 миль ехал, чтобы 30 миль на велике проехаться с вами. Че такой грустный? Нет слов. Понятно. Мы торжественно заявляем о том, что 40 миль остается до финиша кругосветного велоэкшена, за дух, который вел нас все 17 тысяч миль. Боже, спасибо за то, что эти 17 тысяч миль ты был с нами. Давайте, пацаны, последнюю дистанцию сделаем. Да! Последняя дистанция, 40 миль и финиш! Давай! Финиш, Танюшка! Финиш! 15-16. Какая разница уже сколько? Ай-яй-яй, осталось 15-16-17 миль. Кстати, можешь снимать живот уже. Уже можешь снимать живот. О, на. Аж герб украинский растянулся на животе. Так же ж нельзя. Финиш! Финиш! Ребята, вот с этими станами у нас финиш, там пляж, все будет видно. Ты рад, что мы финишируем, братан? Конечно. А? Нет теперь дождей, нет теперь тысяч километров. Спи спокойно, отдыхай. Проедь только последние 150 метров. Я кое-что от тебя скрывал все это время. Мы едем дальше с Аляски до Лос-Анджелеса. Потом Австралия. Так это последнее, что там мы закончили, а потом поедем. Это запятая, да? Может, это запятая. В следующий раз только на мотоциклах или на самолетах с кожаными диванами. 27 тысяч километров и 14 стран. Мы приехали на финиш кругосветный. Мир без сирот. Вокруг света. Вокруг света! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Поздравляю! Поздравляю! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Поздравляю!
I'm on top of the world. Hey.